Всем добрый день. Приветствую подписчиков, участников канала Скалярики в данном конкурсе. Хочу поделиться своим аквариумом объемом 200 литров, который был запущен 14 декабря 2020 года. Запущен на водопроводной воде с применением воды из-под обратного осмоса, ну, смешиванием 50 на 50. Освещение 9 часов. Включение-выключение по таймеру. В аквариум подается CO2 через реактор. Грунт черный кварц без питательной подложки. Фильтрация. Использую внутренний фильтр помпу с губкой как механическую фильтрацию от крупных частей и примесей. А также внешний фильтр фирмы Tetra марки 800+, по населению аквариума. Значит, содержится у меня 7 скалярий, а также 7 гурами. Одна сайка и 2, так скажем, желтенькие, как мне сказали, китайские. Так это или так, не знаю. По растениям подробно сказать не могу, потому как данные растения собирались у разных аквариумистов. Что-то покупалось, что-то дарилось, бралось. Поэтому уж извините, подробно не расскажу. Но тот, кто знает, тот, кто давно занимается аквариумистикой, я думаю, мне с удовольствием подскажет по названиям. Вот. Хинодорус решил зацвести, что для меня очень было приятно и неожиданно. Решил записать видео, исходя из принципа «Главное не победа, а главное участие». Какую цель преследую для себя? Хотелось бы объективной, да и не объективной, можно, критики в свой адрес, советы. В комментариях все прочту, все учту. Так как в данном деле я практически новичок, буду всегда рад выслушать ваши советы. Всем спасибо.